Анна Кратенко, город Харьков. Александр Вертинский, «Дорогая пропажа». Самой нежной любви наступает конец, бесконечной тоски обрывается пряжа. Что мне делать с тобою, с собой наконец? Как тебя позабыть, дорогая пропажа? Скоро станешь ты чьей-то любимой женой, станут руки спокойнее и волосы глажа. И от наших пожаров весны голубой не останется в сердце и памяти даже. Будут годы мелькать, как в степи поезда, будут хмурые дни друг на друга похожи. Без любви можно только жить иногда, если сердце молчит и мечта не тревожит. Но когда-нибудь ты совершенно одна, будут сумерки в чистом и прибранном доме, подойдешь к телефону смертельно бледна и отыщешь затерянный в памяти номер. И ответит тебе чей-то голос чужой: он уехал давно, нет и адреса даже. Тебя позабыть, дорогая пропажа.